Вкладывать деньги в логистику, туризм и экологию Алматы планируют иностранные инвесторы из США. Об этом сегодня на инвестиционном форуме рассказали зарубежные предприниматели. Они уверены, что сырьевая отрасль – не единственная ниша в городе, куда можно вложиться. По словам главы казахстанского филиала Европейского банка реконструкции и развития, сейчас нужно инвестировать в креативные секторы. Казахстан, конечно, себя в общем отличает сырьевыми секторами, но все больше и больше инвесторы интересуются такими секторами, как логистики, новая энергетика, зеленая сфера. Очень интересно будет все больше и больше развивать новые сектора. Да? Это и венчурные компании, креативные сектора, IT. Конечно, это непросто. Нам всем надо подойти к этому с пониманием. При этом в консульстве США в Алматы собираются поддержать местный акимат в развитии культуры и туризма. Представительство уже ведет два проекта. Для нас Алматы – это город с большим потенциалом, региональный хаб, и мы видим огромные возможности в развитии туристической отрасли, готовы помогать развивать туристический потенциал. Среди проектов, которые мы реализуем в Алматы, есть центрально-азиатский конкурс «Снять за 48 часов». Мы его уже 4 раза провели в Алматы, в следующем году тоже планируем.